Тихоныч, начинайте молиться, семипоклонный. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчеславие согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть всякого истину блажить тебе, Богородицу Пресноблаженную, пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейший Херувим и славнейшего истину Серафим, без исцеления Бога, Слово рожившую, сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, благослови. Воскрес из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери и силы честного животворящего Христа, святых ангелов наших, хранителей и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благ есть человека видит. Аминь. Боже, милостив будь мне грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчеславие согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава веки веков. Аминь. Встав после сна, мы припадаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песнь возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! С постели от сна Ты поднял меня, Господи, ум мой просвети сердце и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружится. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слову Твоему, разгонять заповеди Твои, исполнять волю Твою, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, крою уста мои и воспевать.
воспевать святейшее имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Владимир, читай псалмы. Восемьдесят восьмой псалом. Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в рот и рот возвещать истину Твою устами моими. Ибо говорю, навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал, я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему, навек утвержу семя Твое, в рот и рот устрою престол Твой. И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою собрание святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими уподобится Господу? Страшен Бог, в великом сонме святых. Страшен Он для всех окружающих Его. Господи Боже сил, кто силен, как Ты, Господи? Истина Твоя крест Тебя. Ты владычествуешь над яростью моря. Когда воздымаются волны его, Ты укрощаешь их. Ты низложил Раава, как пораженного. Крепкой мышцей Твоей рассеял врагов Твоих. Твои небеса и Твоя земля, вселенную и что наполняет ее, Ты основал. Север и юг Ты сотворил, Фавор и Ермон о имени Твоем радуются. Крепкая мышца Твоя, сильна рука Твоя, высокая десница Твоя. Правосудие и правота – основание престола Твоего. Милость и истина предходят пред лицом Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи. А имени Твоим радуются весь день, и правдой Твоей возносятся. Ибо Ты – украшение силы их, и благоволение Твоим возвышается рог наш. От Господа щит наш, и от святого Израилева царь наш. Некогда говорил Ты в видении святому Твоему и сказал, я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу перед ним врагов его, и поражу ненавидящих его. И истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его. И положу на море руку его, и на реке десницу его. Он будет звать меня, Ты Отец мой, Бог мой, и твердыня спасения моего. И я сделал его первенцем, превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его, и престол его, как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой, и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои, и повеления моих не сохранят, посещу жезлом беззаконие их, и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него, и не изменю истины моей. Не нарушу завета моего, и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, передо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне Ты отринул и презрел, прогнился на помазанника Твоего, пренебрег завет с рабом Твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его,
превратил в развалины крепости его. Расхищает его все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани. Отнял у него блеск и престол его поверг на землю. Сократил дни юности его и покрыл его стыдом. Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость твоя, как огонь. Вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих. Кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней. Где прежние милости твои, Господи? Ты клялся Давиду истину твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов твоих, которые я ношу недры моим от всех сильных народов. Как поносят враги твои, Господи, как бесславят следы помазанника твоего. Благословен Господь вовек. Аминь. Аминь. Слава. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобою, избавь меня от зла. И пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посреди ношу, приношу Тебе песнь спаси, и припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе, не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно распявшись. Скоро подними меня беспечно лежащего, и спаси меня стоящего пред Тобою на молитве, и после сна ночного пошли мне ясный безгреховный день, Христе Боже, и спаси меня. Владыка человеколюбче, став после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире и от дьявольского искушения, и спаси меня, и веди в царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и источник и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, по великому Твоему милосердию, Ты дал мне рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, достой меня присвятить Твоей истины, с посвященным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущий, озирающий долы земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенной мыслью пожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придет со славой воздать каждому по делам его, да найдет он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей его, и готовыми войти с ним в радость, в божественный чертог славы его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица твоего, ибо ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь.
святый ангел, поставленный прости мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми несчастную опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни жизни моей. И если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и соделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами отгони от меня ничтожного несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, все скверные лукавые хульные помышления от несчастного моего сердца, помраченного ума моего. Погаси пламень страстей моих, ибо я нищ и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословен от всех родов, и Твое пречистное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Сергий, Андрей, Дмитрий, Янис, Надежда, ибо мы усердно к вам прибегаем, как скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, ибо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей твоих, благослови принадлежащих тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой креста твоего церковь твою. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, всех православных христиан, подай им твои земные и небесные блага, не лиши им милости твоих, посети их, укрепи силой твою, дар им здравие, спасение души, ибо ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов твоих, родителей моих, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все и грехи вольные и невольные, дар им царствие небесное. Святыми упокой, Христе, души рабов твоих, праотцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печалей, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже наш милостивый Небесный Отец, помилуй сына моего Константина, за которого смиренно молю Тебя и которого предаю на Твое попечение и защиту. Вложи в него крепкую веру. Научи его благоговеть пред Тобою, достойно крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь его, Боже, на путь истины и добра, чтобы он все делал во славу Твоего имени. Научи его благочестиво и добродетельно жить, быть добрым христианином и полезным человеком. Дай ему здравие душевное, телесное, успех в трудах, избавь его от хитрых козней дьявола, многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, приведи Его к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы Он вместе со всеми праведными всегда благодарил Тебя, с единородным Твоим Сыном и житворящим Твоим Духом. Аминь. Господи, Боже наш,
Возри на сына моего Константина, ниспошли на него духа премудрости, разума и благочестия. Просвети его светом твоего благоразумия, чтобы он скоро уразумел и усвоил изучаемые предметы и употребил их на благо твоей церкви, на пользу ближним и во свое спасение. Потому что ты источник премудрости, и тебе славу возносим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитесь, Игнат Тихонович. Непобедимая божественная сила, честного же творящего Христа Господень, не оставит на перешек уповающих. Спасибо, Господи, помилуй митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священного Реакима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть, диакона Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Тихона. И весь священнический, иноческий чин. И нам дай еще священника, если угодно тебе. Смири власти воинства их. И наведи страх на них. Сохрани их от покушения на них. И через них сотвори благое церкви твоей. Положи им на мысль издавать добрые законы и дать достойную жизнь подчиненным, дабы было еще уделять нуждающимся. Господи, пошли добрых благовестников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Коснись сердца правителей Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Ардагена, Базула, Султана. Даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время. И приготовь земли к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю Вселенную. Аллилуйя! Слава тебе, Господи, за эту прошедшую ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить таланты наши, дарованные тобой. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И сохрани нас и в этот день от всякого рода зла и греха. Прославляю тебя за все, что будет. Сохрани нас здесь, селение наше, от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там. Андрея, Игоря, Серафима, Владимира, Дайвера, братья его, Людмилу, Любовь, Владимира, Иосифа, Алексея. Пришли добрые жители с детьми, знающих тебя, и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Ищана, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину, расширь пределы общих. Только ты знаешь, Господи, еще сердце готово принять истину благовестия. Господи, посети врагов наших. Коснись их сердец, умягчи их. Не дай им погибнуть в ожесточении и в этой дьявольской лжи. Александр, Евгения, Виктора, Сергея, и все знаешь. И в судный день не помяни их безумие. Благослови благодетелей наших. Елену, Людмилу, Нянилу, Татьяну, Александру, Евгения, Наталью, Надежду, Юрия, Светлану. Господи Боже наш, посети болящих, дай силу перенести страдания, укрепи их в терпении и пошли им исцеление. Валерия, Илариона, Кирилла, благослови, Владимир, Игоря, Надежду, Татьяну. София, Анастасия,
Александру, Анну, Валентину, Валентину, Валентину. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, ибо все свое время окажется на пользу. И это наше сокровище в интернете, и книги «10 путей сохрани от повреждений», трудящихся, благослови Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Сергея, Андрея, Валентина, Дмитрия, Вячеслава. Всех знаешь, Господи. Найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку. И обрати Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия. Аллилуйя. Путешествующих благослови, Раису, Льва, Виктора, Виталия и Романа, Господи, помилуй. Изгони из него духа лжи, упрямство свое. Не дай ему погибнуть в ожесточении. Благослови Никиту, Виталия, даруй духовное рождение, дабы жить для тебя во всем. Слушай голос твой. Будь милостив к нам, Владыка. И то, что ты даровал нам, помоги сохранить. Благослови Максима, укрепи его. И сохрани. Исполни благодатными дарами смелость. И труды его сохрани. И отступников найди. Николая, Михаила, Александра, Юлия. И возврати их на путь спасения в Святую Православную Церковь. И от пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Слава Тебе, Боже наш, за это место, где мы можем склоняться перед Тобою. Защити, дабы чужды не могли и приблизиться к Нему. Да будет благословен этот день, которого никогда не было во Вселенной. И только Ты знаешь, что ожидает нас. Слава Тебе, Боже наш! Слава! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным! Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче! Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя! Слава Вышней Богу, на земле мир, в человеках благоволение! Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Господи, благослови Александра, Александра, Сергея, Сергея, Сергея. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, который дал веру в Тебя, страх пред Тобою. О, сохрани это, Господи, до последнего издыхания. И благодарю за день, который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов и на каноны Церкви, как на истину. Слава Тебе! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Воздай милостями всем, кто помогал нам в путешествии. Павла, Зинаиду, Владимира, Валентину, Екатерину, Надежду, Людмилу, ты знаешь, Алексея, Дмитрия. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешным. Добрый мой ангел, благодарю тебя, столько лет ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Не покинь смертный час, когда душа будет размещаться от тела. И проведи душу мою по мытарству, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Святитель Христов, Никола, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным. Было бы еще уделять нуждающимся. Аллилуйя.
И не страшись царей начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Езра, Неемия, Амос, Наум, Исаия и Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрок и пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми. Но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, всенебесные. Престолу Божию предстоящие, святые апостолы Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн. На дары Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога на святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Семенинский, Юстин, философ, Косма и Дамиян, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник Медийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Леонид, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертание зверя, Анфима, Вениамина, да и веру, сошли родители за такое ложное воспитание. Молите Бога нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Сергий Радонский, Степан Перцкий, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шацкайский, Кирилл, Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет. И все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысел еретиков разрушили и нечто превратили. Молите Бога на святые жены и девы, Феохла первомученица, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроника, Юния, Киприяна, Устина. Да даруй Господь послушание, молчание, целомудрие, и стыдливость, и сохрани их, Господи, от всяческого поругания. Аллилуйя! Исправь непокоривость Галины, семейства Евгения, Надежды, Надежды Светланы, Марии, Радиса, Людмила и Анны. И прими нашу молитву, Господи, воздяние рук, как жертву вечернее благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. Мы просим, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Любящий наш Отец Небесный, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Господи, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия, не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, дай мне рабу твоему.
ей, Господи, царю. Даруй мне зреть и мое прегрешение, даже не осознать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешным. Господи, очисти беззакония мои. Господи, прости мои согрешения, тайные и явные, в уме и в помышлении, во дне и в ночи, и во все дни жизни нашей. Благодарю Тебя, Господи, за это утро, за эту возможность припадать к Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Будь милостив ко мне, грешный. Славословие Твое имя и дела, дивные и непостижимо великие. Аллилуйя! Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, серебролюбия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпение и любви даруй мне рабу Твоему, ей, Господи, Царю. Даром изреть и мое прегрешение, и не осудать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Доброе утро всем. Доброе утро. Доброе утро. Еще сказать. Доброе утро. Доброе. Нас не прибавилось тут.